әрбір сәттен, әрбір уақыттан, әрбір дүниеден бақыт ала білу керек, әрбір сәттен мән, мағына ала білу керек. Жалпы енді бағанадан бері айтып жатырмыз, Көкшетауға қыс келді деп, кешегі күні қар жауып, барлық историялар, статустардың барлығы қар деп салып кетті, шыны керек. Иә, енді нағыз қыс келе жатыр, сондықтан жылы киініңіздер, жылы аяқ киімдеріңізді, куртка, пальто дейме, баршасын, шубаларыңызды алып қойыңыздар ертерек, себебі ертең біздің білесіздер, солтүстік өңірдегі ауа райы өте құбылмалы, кез келген уақытта қар жауа салып, кез келген уақытта күн суыта салады, сондықтан сақтықта қорлығы жоқ, қазірден қысқа дайындықтарыңызды бастап, қамданыңыздар. Бұл жерде бір керемет бір өлең оқып бергім келіп отыр. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпіл деген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініпте байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын, бақыт сәби білмей тұғын әлятын. Бақыт-бақыт ғажайып бір дәм ғана сүйгеннен соң ерінің де қалатын. Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жырақсап. Бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бірақ сәт. Келтіретін адам болсаң елгемін, неге керек бос өмірге келгенін. Бақыт егер байлық болса бергенін, керек болса отан үшін өлгенін. Өмір мұны олапып тұрған ұстара, өлім келсе қай туысың тұстара. Бар ғұмыры басқа қонған бақыттың көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды дейді. Жалпы иә, бақыттың үлкен кішісі болмайды, сондықтан әрбір таңдарыңыздың атқанына шүкір етіп, Аллаға шүкір етіп, осындай менің таңым атты, менің күнімді жақсы өткізе көр, мен осындай дүние жасайын, осындай бастама бастайын деген сияқты өзіңізді жігерлендіріп, өзіңізге жарайсың, молодец деп айтып, алға қарай ұмтылатын болсаңыздар, әрбір нәрседен бақыт, ләззат, мән мағына алатын болсаңыздар, өмірлеріңізде соған қарай өзгеретініне сеніміміз бол. Жұмыс деп жүре бермеңіздер, өздеріңізге де уақыт бөліңіздер, сондықтан әрбір сәттен бақыт ала білу керек, Вероника. Рахмет, Турлан, за такие красивые слова. Действительно, с пожеланием большого счастья мы желаем вам и доброго утра. И продолжим знакомить вас с историей этого дня. Ведь в разные годы в мире в этот день происходило огромное количество событий, которые так или иначе отложили отпечаток на жизни всех людей на планете Земля. И вот, например, если углубиться в прошлое и вспомнить 1922 год, то в этот день родилась Маншук Маметова, пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта гвардии, старший сержант, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Действительно, были далекие времена, 1941-1945 год, когда была Вторая мировая война, и на фронте сражалось более 1 200 000 казахстанских солдат. Из них, к слову, 528 получили звание Героев Советского Союза, и из них 71 – это уроженцы Акмолинской области. Конечно, огромное количество героев не получили звание Красной Звезды и Героя Советского Союза. Каждый, кто сражался на фронте, достоин нашей памяти на долгие-долгие годы. И Маншук Маметова достойна нашей памяти долго-долго, потому что ее подвиги знает, пожалуй, каждый школьник. Поэтому сегодняшний день, сегодняшняя дата, она знаменита рождением вот такого замечательного человека, который прославил всю нашу страну. Я шыны керек, қазақтың батыр қыздары әрқашанда қазақтың тарихына қарайтын болсақ, керемет батыр қыздарымыз тарих беттерінде, тарих сахналарына шықты. Солардың бірі Маншук Маметованың туған күні, тағы да қайырлы құтты болсын дегіміз келеді. Сағынышпен еске аламыз, осындай батыр қыздарымыздың әлі де қазақтың топырағынан шығатынына сеніміміз мол. Сондықтан қазақтың қыздары байыз қайсар өжетті болып табылады. Енді қазақ демекші, біздің қазақтың керемет салт дәстүрлері бар. Осы салт дәстүрлерге байланысты біздің әріптестеріміздің дайындаған да керемет айдары бар. Соны бірге тамашалақсақ, құрметті телекөрермен қабыл алыңыздар.
Практически все итальянцы, вне зависимости от региона проживания, отлично знакомы с правилами этикета. Это проявляется как в поведении за столом, умении одеваться аккуратно и соответственно случаю, так и в уважительном отношении к старшим и предупредительным к дамам. При знакомстве к имени непременно прибавляют специальность или профессию, вероятно, чтобы обозначить социальный статус. При входе в магазин следует произнести приветствие, а уходя обязательно попрощаться. Вас сочтут милым и воспитанным, даже если вы ничего не купили. Экспрессионные итальянцы разговаривают громко, отчаянно жестикулируя во время беседы. Это вполне допустимо. Не стоит пугаться и прикосновений во время разговора. Обнимать собеседника за плечи или держать за руку – еще один милый обычай в Италии. В больших компаниях все делятся на небольшие группки по половому либо возрастному признаку. Мужчины общаются с мужчинами, женщины с женщинами, дамы в возрасте с такими же бабушками, а дети образуют свой круг. И совершенно не важно, что разговаривают они столь громко и эмоционально, что зачастую не слышат друг друга. Чувство стиля у жителей Италии, можно сказать, заложено в крови. Все итальянцы, независимо от уровня доходов, стараются одеваться модно. Мужчины любят выбирать костюмы и галстуки известных брендов. Итальянские мужчины – известные ценители женской красоты и всегда щедры на комплименты. Редкая итальянка выйдет на улицу, предварительно не продумав свой образ, не накрасившись и не подобрав к образу соответствующие аксессуары. При этом стоит отметить, что итальянские женщины считаются очень эмансипированными и независимыми. Начинает легенда, менен колым мен жүрегі.
Ярнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, телегөрмен болса, тағы да баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Күндеріңіз сәтті, табысты, берекелі, жақсылық пен игі бастамаларға толы болсын дегіміз келеді. Енді бүгін біздің арнамызға жаңадан қонақтарымыз келіп отыр. Солармен танысыруға рұқсат етіңіздер. Каратэ-до Шотоканнан әлем чемпионатының қола жүлдегерлері, спорт шеберіне үміткерлер, қара белбеу бірінші дан иегерлері Аманжол Жанабаев пен Владимир Боровский келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Доброе утро, добро пожаловать. Как ваше настроение? Отлично. Это замечательно. Енді жуырда ғана әлем чемпионаты өтті, е? Иә, 13-ші әлем чемпионаты өтті Каратэ-до Шотоканнан. Қай елде өтті? Өзбекстанда. Өзбекстанда, иә? Ташкент қаласы. Біздің енді Қазақстаннан қанша адам барды, соның ішінде Ақмоладан қанша адам барды? Так, Ақмоладан біздің командадан 20 адамның 25, 20 адам кетті. Ал Қазақстаннан білмеймін. Соның ішінде 20-ның ішінде сіздер жүлдемен оралдыңыздар, басқалары да алды ма медаль? Иә, бізде бір так. У нас есть одно золото. Три бронзы. Еще две бронзы. Ну, в общем, 5-6 бронз, по-моему, есть. Бір алтын бар, қалғаны одно золото. Күміс, ой, қола. Ал енді Аманжол Жаманабаев мырза, өзіңіз жалпы осы Каратэ-до Шотоканға, каратэге қанша жасыңыздан бастап келдіңіз? Қалай бастадыңыз? 9 жастан бара бастадым мен каратэге. Владимир, а ты? Сколько времени ты занимаешься каратэ и как ты вообще пришел к этому виду спорта? На протяжении 12 лет уже занимаюсь каратэ с детского сада. Детский сад. Там такой же срок большой. А вот скажите, есть разные виды каратэ, да? Вот у вас шотокан называется, да, каратэ? Да, есть еще кёкушинкай каратэ. Вот какая особенность именно у вашего вида каратэ? Как сказать, у нас более спортивный, получается, вид спорта, он, как можно объяснить? Есть разница вот в самих приемах, например? Yeah. Если встретятся два спортсмена по карате, но один вид и другой, они будут по-разному сражаться друг с другом? Да. То есть разница есть, да? Как часто в Акмолинской области проводятся соревнования именно по вашему виду карате? Ну, несколько раз в год точно. Довольно часто. Часто. Замечательно. Енді Өзбекстан, жалпы, қалай Өзбекстанға бардыңыздар? Қалай қарсы алды Өзбекстанның табиғаты қандай? Бізден Қазақстанның қандай айырмашылығы бар? Өзбекстан бізге өте ұнады. Ташкент, жылы қала, ыстық, адамдар. Ну, люди там добрые все, все помогали, мы спрашивали, куда нам пройти. Был очень большой зал, большая арена, можно сказать. А много стран было участниками? Около 3000 участников было из 31 страны. Очень много. А, скажите, а вот вы занимаетесь достаточно долго каратэ, все время с одним тренером или менялись наставники у вас? Нет, конечно, только с одним. Один тренер? Да, Дукенбаев. Дукенбаев Руслан Жексулович. Лучший тренер. Лучший тренер. Молодцы. А каратэ принесло в вашу жизнь друзей? Наверняка принесло очень много навыков полезных, да? Спорт, здоровье. А друзья? Конечно, и друзей тоже принесло много. Ну, как у нас каратэ — это как одна большая семья. Ну, все друг другу помогают всегда при необходимости. А много приходит новичков? Приходит много. Также отсеиваются много. А как, по какой причине отсеиваются? Ну, не нравится спорт или тяжело? Какие бывают причины? Ну, много разных причин. В основном, наверное, не выдерживают. Нагрузок, да? Да. А вот у вас сколько тренировок в день, в неделю? Много тренируетесь? А вот перед чемпионатами мы тренируемся каждый день. Даже по 2 тренировки в день. Даже в субботу-воскресенье. Даже в выходные. Индус каратэдан
Қазақстан бойынша сіздердің кумирларыңыз бар ма жалпы? Жуырдағы универсиада болды, неде, Қытайда. Соны көрген шығарсыздар, жалпы барған, каратеден барған спортшылардың барлығы жүлде алып қайтты. Көрдіңіздер ма? Я көрдім. Жалпы оған қарап, бізде Қазақстанда осы каратенің жақсы деңгейде дамып келе жатқанын көруге болады. Сіздерде жалпы солардың ішінде бір өздеріңізге бір кумир ретінде сандайтын адамдар бар ма? Кумир ретінде? Осындай болам деген сияқты. Мен де осындай әлем чемпионатын бағындырам, мен де универсиада бағындырам да сосын олимпиадаға барам деген сияқты бір. Бар, бар. Мөлдір Жаңғырбай деген. Иә. Мөлдір Жаңғырбай, иә. А как вообще? Как вы считаете, в Акмолинской области сейчас развит вот именно ваш вид карате? Да, мы стараемся, развиваем. У нас по городу, даже по стране много филиалов. Мы сейчас открываем все больше и больше. Ну, это замечательно. Қанша адам бар қазіргі таңда сіздер дайындалып жатқаныңыз? Руслан Жақсылықовтың командасында. 50-ден астам адам бар. 50 адам, аңызсам, өте керемет. Ребят, а скажите, пожалуйста, есть ли у вашего клуба, у вашей команды собственный мерч, может быть, бренд какой-то, логотип, форма, какие-то цвета? Да, ваши есть, экипировки? Есть. Какие цвета? Расскажите об этом. У нас есть темно-синие кепки, Каспорт карате, футболки Каспорт карате, форма вот на мне тоже. Голубой с темно-синим, да? И да, эмблема, да. Это эмблема вашего клуба? Да. Федерации, да? Наша федерация. Есть федерация. Енді осы Өзбекстанда қарсыластарыңыз туралы айтсаңыздар, какие были соперники в Өзбекстане? Скажите. Ну, соперников много. Чемпионат большой, конкуренция большая. А какая сторона, по-вашему, показала себя самой такой сильной стороной? Ну, наверное, все-таки Узбекистан, потому что это их, ну как, родной дом, и им было там проще драться. Да, да. Ну и поскольку мы заговорили о моде и о собственном бренде и о мерчах, мы для наших телезрителей подготовили небольшую рубрику. Прервемся и посмотрим, о чем же говорит мода нам сегодня. А дальше продолжим беседу с нашими гостями. В отличие от одежды и обуви, украшения играют не такую важную роль в нашем гардеробе. Или так многие думают. Но правильно подобранные аксессуары способны превратить самый простой и базовый образ в модный и стильный. В моде правят 90-е и нулевые. В наш гардероб вернулись многие знаковые элементы прошлой эпохи, которые так гармонично вписываются в современные аутфиты. Осенью 2023-го мы снова будем носить чокеры. По мнению креативных директоров модных марок, стоит сочетать сразу несколько чокеров в одном луке, комбинируя разные текстуры, цвета и размеры. Прощаться с летом будем не скоро. Дизайнеры решили сделать цветы важной частью своих осенне-зимних коллекций и поместили их в том числе и на украшения. Цветочные бутоны украшают серьги, колье, браслеты, кольца и броши. Креативные директора марок обратились к цветной эмали для создания ярких и реалистичных цветочных композиций, а также использовали драгоценные металлы, которые превратились в цветочные бутоны. Важный тренд эпохи нулевых снова возглавляет списки модных тенденций. В 2023 году модные бренды вновь дополнили свои наряды крупными браслетами. Один из самых актуальных способов носить вышеупомянутые крупные браслеты, надевая сразу несколько. Некоторые марки сразу продают украшения сетами, а где-то придется включить фантазию и придумать композицию самостоятельно. Привычные классические серьги-кольца в сезоне осень-зима 23-24 получили небольшой апгрейд. Вместо базовых моделей выбирайте более крупные и броские. Как превратить базовый аутфит с джинсами и футболкой в нарядный и интересный? Подобрать к нему массивное ожерелье. Акцентное украшение тут же сделает лук современным и стильным. Я қадірлі көрермен қауым, бүгін біздің арнамызда жуырда ғана әлем чемпионатының қола жүлдегерлері, керемет спорт шеберлері келіп отыр. Солармен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, біздің арнамызға хабарласып отыруды ұмытпаңыздар. Біздер міндетті түрде кері байланысқа шығатын боламыз.
Напоминаем, что сегодня у нас в гостях бронзовые призеры чемпионата мира по карате до шотокан, кандидаты мастера спорта, обладатели черного пояса первого дана Аманжол Жанабаев и Владимир Боровский. Ребята, еще раз доброе утро. Уважаемые телезрители, если вдруг у вас появятся вопросы к нашим спортсменам, к призерам, обязательно пишите их к нам в WhatsApp, мы их увидим, озвучим и зададим ребятам. Ну а мы продолжим нашу беседу. Во время паузы мы уже немного начали разговор о федерации, но прежде хотелось бы сказать, вот мы говорили о чемпионате, о том, что Узбекистану приходилось все-таки проще, да, они на своей земле, но наверняка осложняло все дело приезд спортсменов из разных стран, все равно приходилось сражаться, как-то показывать себя, свою силу, но вот по медалям, по численности спортсменов, какая страна оказалась лидером? Ну, по медалям оказался Казахстан. Это мы были на первом месте по медалям. А по численности тоже, наверное, Казахстан. У нас все равно больше приехало. Ханча там борт примерно? Он и блюмин. Раз там борт, да? Енді қараңызда, мысалы, сіздер жарысқа қатыстыңыздар, қола медальді кеуделеріңізге қойды. Қандай сезім болды жалпы? Какое было чувство, когда получали медаль, пьедестали? Медаль получили, какие чувства у тебя? Ну, радость, конечно. Радость? Да, за себя, за тренера, за родителей. Тренер был с вами на чемпионате? Конечно. Да. Угу. При вручении медали играл государственный гимн? Или массовое было вручение медали? Массовое, массовое было. Но чувство гордости наверняка присутствовало, да? Это здорово, замечательно. А какие вот чемпионат мира уже за спиной? Какое следующее такое масштабное спортивное мероприятие хотелось бы стать участником? Какого мероприятия? Ну, мы вот через 2-3 дня уезжаем в город Кентау. Там будет чемпионат Казахстана тоже среди юниоров. До 16-17 лет. Это вот наша категория, мы туда поедем. Хотим стать первыми мастерами спорта уже. Удачи вам. Пусть обязательно так и сложится. Обязательно привозите нам еще медали. А вот вы были на чемпионате. Самый младший спортсмен, который ездил, сколько ему было лет? Ну, либо это была одна возрастная категория. Все были вашего возраста. Нет. У нас были младшие? Да, много было младших. Самая младшая у нас была Можаева Арина, ей 6 лет, она взяла первое место. Она тоже была на чемпионате мира? Ничего себе! Но, наверное, вы в своем возрасте, наверное, стали наставниками еще для вот ребят, которые только приходят. Вот во время чемпионата, наверное, приходилось оказывать заботу ребятам более младшим, да? Да, мы помогали им час. Ну, это здорово. Это действительно одна семья, одна команда, если такие маленькие ребята уже занимают призовые места, тем более золото на чемпионате мира, это, безусловно, очень здорово, мы поздравляем. Еще раз, можно имя? Можаева Арина. Мы поздравляем. Ахмола облысында? Ахмола облысында. Мы поздравляем Арину с занятым первым местом. Обязательно желаем ей больше побед впереди, успехов, удачи. Она большая молодец, наверняка огромная трудяжка, если сумела на чемпионате мира в столь юном возрасте завоевать золотую медаль. Большое спасибо, мы все очень гордимся тобой, Арина, и спасибо большое твоим родителям. Я 6 жасында әлем чемпионы болу деген оңай емес, әркімнің басына түсе бермейтін бақ, сондықтан осы Арина қызымызды шын жүректен құттықтаймыз, егерде көріп отқан болса, атанасы болса. Жалпы енді бұл біз сіздердің алғашқы әлем чемпионаттарыңыз, е? Алдағы уақытта тағы да шетелге шығу жоспарда бар ма? Біздің планымызда бар. Келесі жылда болатын шығар чемпионат мира. Владимир, а у тебя какие планы на будущее? Ну, вот хотя бы ближайшие 2 года. Может быть, участие в каком-то мероприятии. Конечно. Еще обязательно поехать на чемпионат мира следующий и завоевать первое место.
стать чемпионом. Вот скажите, вы приезжаете с мероприятия такого масштабного, да, с чемпионата, как встречают вас? Сейчас стало доброй традицией и, на мой взгляд, очень позитивной традицией встречать спортсменов на вокзале или в аэропорту. Вас после чемпионата мира встречали? Вы возвращались куда, в Кукшетау или в Астану? Кукшетау возвращались. Кукшетау. Да. Встречали? Это наверняка и родные, и близкие встречали, да? Как это было, расскажите. Ну, меня пришли встречать мои родители, там, бабушка, тети и мои одноклассники. Я учусь в 12 школе, в 11 классе. И хотел бы передать им привет. Они встретили меня очень круто, с плакатами, с песней. Ну, здорово. О, теряме. Наш чемпион. Владимир, и тебя как встречали? Меня встретили родственники. Да. А ты в какой школе учишься? В техническом лицее. Техническом лицее. А класс? 11. Тоже 11 класс. Бұйырса, енді 11-сын бітірейін деп жатсыздар, я? Алда ұбыты бар. Енді. Қалай, дайындық қалай ентіға? Дайындық? Өтіп атын жақсы. Қандай мамандық дайындайын деп отырсыздар? Мен дене шықтыру мұғалім болам, бапкер. А ты, Владимир? Какую специальность будешь выбрать? Тоже, наверное, на физкультуру. Физкультурную, да. Все-таки хотите связать свою жизнь со спортом, да? А как удается совмещать 11 класс и спорт, и тренировки, впереди экзамены? А учителя идут на уступки, когда что-то не успеваете? Не всегда. Не всегда? Далеко не всегда, да. Приходится трудиться и работать? Ну, сложно совмещать. Бывали ли мысли такие, что нужно что-то выбирать, оставить либо учебу, либо спорт? Ну, вообще бывали. Как удается удерживать баланс? Совмещать, да. Енді Аманжол, отбасында сізден басқа адамдар, іні қарындастарыңыз, туған туысқандарыңыздың арасында біреулер осы каратэмен айналса ма, әлде сіз ғана ма? Мен жалғызбын. А, жалғызсыз. Иә. Ал так. Туысқандардан кішкентай балалар бар, қатысады. Бір-екеуі. Ал басқалары қатыспайды, басқалары более такой творческое выбрали. Ты только спорта. Владимир, а у тебя в семье есть твои родственники, кто еще занимается спортом? Может быть, даже и карате? Нет. У меня. Вы имеете в виду родителей, да? Родители, может, братья, сестры, может быть, еще кто-то в семье. Нет, в основном только я занимаюсь. Вот. А есть у тебя младшие или старшие братья или сестры? У меня есть старшая сестра. Да, она вот. Не занимается спортом, не как занимается. Ты. Понятно, значит, вы, может быть, начало какой-то спортивной карьеры для вашей семьи. Yeah. Это замечательно, здорово. Енді қазіргі таңда сіздерде бірінші дан, я? Белгілі. Одан кейін басқа дандарға беріп көрдіңіздер ме? Қалай басқа? Жоқ, біз әлі дайындалып жүрміз. Скажите, ребят, вот у вас черный пояс, правильно? До черного пояса как долго приходилось идти? В год сколько поясов можно получить? Или, может быть, в несколько лет один? Расскажите вот о системе получения поясов. Ну, тут по-разному. Кто-то делает две аттестации в год, кто-то три. Ну, мы же, в свою очередь, делаем одну аттестацию в год. Вы пояс. Это ваш клуб, да, вот ваше направление карате. Да. У вас одна, да, сказали, аттестация в год? Да, одна аттестация в год. А сколько поясов до черного пояса еще есть? До черного пояса? Какие еще цвета поясов? Есть? 10 поясов белый, желтой полоской, желтый, красный, зеленый, два раза синий, потом три раза коричневый, три коричневых пояса. А есть ли какой-то временной, возрастной регламент, когда человек не может получить черный пояс? Да, до 16 лет. Даже если ты уже дошел? Нет, подожди. Это если человек несовершеннолетний, то он получает шодан. Это ученический черный пояс. Вроде так. У вас не ученический, у вас черный пояс? Нет, у нас ученический, у нас шодан. Ученический черный пояс. А дальше, после вашего пояса, какой идет?
И через идут... сколько времени? Дальше уже идут даны. Да, ага. Бір, второй дан, цвет третий, пояса дан, остается, свой. Только разряд, да? Да. Тоғызыншы данға дейін болады, да? Тоғызыншы данға дейін. Енді, жалпы, осы каратэ-до шотоканның ережелерін қалайсыздар қарсыласпен жаңағы төбелесесіздер, соның барлығын айтып берсеңіздер. Жалпы процесті көз алдымызға елестетсек. Да. Қандай правилалар, ережелер бар? Может быть, те правила, которые отличаются от всех других видов. Да, Вот, например, в карате нельзя бить руками в голову, по-моему, да? Или это не во всех видах? Это кикушин. Ага. А в вашем есть какие-то такие правила, ограничения? В нашем таких правил нету. Угу. Можно бить руками в голову, угу. Но это должно быть для определенного, как объяснить? До контакта, чтобы сильно не контактировать. Угу. То есть определенное расстояние между спортсменами? Нет, именно сила удара. Чтобы... Сила удара. Да. Понятно. Угу. Ну, есть много особенностей. Жалпы, ана универсиадаға барды ғой каратистер. Сол жердегі каратистердің жалпы бағыты қандай? Оларды кикушин қоя ма, или шотокан ба? Оларды шотокан, по-моему. Шотокан, иә? Сіздердікі де дәл сондай ғой, мысалы, біреуі көк, біреуі қызыл болып тұрады да, сосын... Немесе оларда шитерю. Шитерю. Шитерю немесе шотокан. Ага. Сіздердікі сондай ма? Мысалы, бір не тұрады? Төрт бұрышты ринг. Сонда шығып кетсе, уже бір ескерту беріледі. Иә, ескерту беріледі. Иә, сосын бес ескерту берсе, автоматты түрде шығарып тастайды. Иә, бізде үшеу. А, үш ескерту, иә. Мхм. Сосын жаңағындай қолға не киіп алып, соны мына жерге тигізу керек, иә? Накладки? Әлде басқа тигізу керек? Басқа да тигізе болады. Ішке де. Ішке де тигізу керек, иә? Өйткені мен сол универсиаданы көріп отырдым да, сол кездегі әр нені ударды бақылау үшін ана мониторға қарап, сөйтіп барып қана дәлелдеп отырды да, мысалы. Мхм. Өте бір андай ударлар көрінбей қалады, кейде берген кезде сол экраннан қарап отырып істеу керек. Сіздерде сондай болды ма? Бізде болды, иә. Угу. Ребят, вот ваш спорт, он, ну, это единоборство. Это спорт, в котором люди наносят друг другу удары. Приходилось ли вам получать какие-то травмы? И расскажите, есть ли экипировка, которой вы пользуетесь не только во время тренировок, но и во время соревнований? Как-то защищаете себя от травм? Да, на руки мы надеваем накладки. Угу. Это, ну, при ударах. Угу. И капа. Угу. Капа защищает зубы. Угу. А тело остается без защиты? Да. Угу. Приходилось ли получать травмы? Какие-то серьезные, что прям вот на неделю без тренировок или там время адаптации, время выздоровления? Приходилось. В основном это ушибы. Угу. Ушибы. Мы желаем вам поменьше травм. Сосын бір байқағаным, каратэда айғайлап тұрып жаңағындай не кіреді, сайысқа түсесіздер, иә, мысалы. Иә. Неге, не себепті? Адамның рухын көтеру үшін. Да. Не деп айғайлайсыздар сонда? А, деп. Ну, каждый по-разному. Ага. У каждого свой кинсуй. Ол міндетті түрде болады, иә? Міндетті түрде. Иә, әрбір спортсмен де болатын дүние. А есть ли армия болельщиков на ваших соревнованиях? Есть те, кто постоянно болеет за ваш клуб, может быть, ездит на соревнования, приходит на соревнования здесь? Ну, родители. Родители и родные, да. Все-таки, да? Угу. Енді, Аманжол, сізді жеңген қай елдің спортсмендері, қай елдің спортсмені жеңілдіңіз? Өзбекстан. Өзбекстаннан, иә? А Владимир, вы? Кто победил вас? Тоже Узбекистан. А еще с какими-то странами соревновались до вот решающего? Да, до финала. С Россией. А, вот по кота. Угу. В командном кота. Угу. А победили какие страны? Да. Ну, вы победили кого? Спортсменов из каких стран? Честно сказать, не помню уже. Ого.
А вообще во время чемпионата есть ли время досуга какого-то, отдыха, знакомства с ребятами? Вот вы остались знакомства у вас после чемпионата? С кем-то общаетесь, может быть? Спортсмендер, мен танысу деген сияқты болды. Вообще нет. Там, может, познакомились, чуть пообщались вот по поводу карате, по поводу соревнований. Так знакомства не остаются, собственно. А чувствуете ли вы, как уже опытные спортсмены, разность, так скажем, менталитета в спорте той или иной страны? У вас одно и то же направление в карате, но спортсмены из Узбекистана и Казахстана. Есть ли разница какая-то? Чувствуется ли какая-то тонкая грань, что это разные страны? Есть ли особенности? Или все точно и четко по правилам, по регламенту и все одинаково? Ну, вообще, вот соревнования проходили 3 дня. Мы все эти 3 дня сидели в зале, на арене, смотрели за боями, за своими бойцами. Когда мы вот разговаривали с другими странами, там, с узбекистанскими спортсменами, либо с Грузией, чувствовался менталитет другой все равно. Есть особенности. Есть особенности, да. Енді бағана сіз сыныптастарыңызға сәлем айтып жаттыңыз ғой, сол сәтті пайдаланып, жалпы бізді қаншама телекөрімен көріп отыр, туған-туысқандарыңыз деген сәлем, ағайын-туыс бауырларыңыз, много. Соларға бір жылы лебізділіктеріңіз болса, сәлем болса, біз үшінші камера қарып. Да, вы можете передать привет или, может быть, сказать какие-то наставления ребятам, своим друзьям в третью камеру, пожалуйста. Даже не знаю, что сказать. Ну, привет передать всем родственникам. А может быть тем, кто еще думает связать свою жизнь со спортом? А, обязательно попробуйте. Ну, спорт – это важно. Алла Манжул. Передаю привет маме, папе, 12-й школе, всем родственникам. Все. 12-я школа. Мы недавно беседовали с руководителем, с директором вашей школы. Мы знаем, что там чемпионы по волейболу учатся, а теперь еще и знаем, что вот такие ребята, которые являются гордостью Акмолинской области, которые являются призерами чемпионата мира по карате. Я сіздерге көп рахмет. Арнамызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңіз үшін алдағы уақытта осы спорттық жетістіктеріңіз көбейе берсін, бұйырса Азиадада, одан кейін Олимпиадада, Универсиадада, жалпы сіздердің өнерлеріңізді көріп тамашалайтын болайық, сонда деңгейге жетіңіздер, Алла қаласа, медальдарыңыз көп болсын кеуделеріңізде, Қазақстанның туын желбірететін, әнұранын шырқататын өрендерден болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын, өздеріңіз аман болыңыздар, тек қана шығармашылық табыс тілейміз, бұйырса осы Каратэ Дошотоканнан керемет бір мықты маман Руслан Мырза сияқты керемет жаттықтырушы болатындарыңызға сеніміміз мол. Да, ребят, мы благодарим вас за то, что вы нашли время, посетили наш сегодняшний утренний прямой эфир, рассказали зрителям о вашем виде спорта. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачи, побед. Пусть на вашем пути попадаются сильные спортсмены, сильные соперники, но которых вы обязательно победите. И большое спасибо вашим родным и близким за поддержку чемпионов. Без их поддержки наверняка не было бы этих медалей. Ну и огромное спасибо вашему тренеру и в целом вашему клубу и федерации за то, что они воспитывают вот таких бойцов, так скажем, которые привозят нам медали, с которыми мы общаемся и узнаем вот такие позитивные, положительные новости. Большое спасибо и удачи всем, кто занимается спортом. Я шыны керек, бізде өңірде карате жақсы дамып келе жатыр. Біздің Қазақстанда да жақсы дамып келе жатыр. Соның бір айғағы ретінде мына жуырда ғана Азиада ойындарында көрдік. Қазақстанның барған барлық каратешілер медальмен оралды. Оның ішінде и алтын да бар, күмісі да бар, қоласы да бар. Сондықтан бұйырса осы біздің Аманжолда, Владимирда бұйырса керемет бір әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болатынына сеніміміз мол. Ал енді біздіге құрметті телекөрермендер, бізге берілген бір сағат көлемінде міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Уақыттан асқан жүйрік жоқ, уақыттан асқан билік жоқ дейді.
Я жаңа апта басталып жатыр, берекелі мерекелі болсын, табысты болсын, жақсы жаңалықтарға, игі бастамаларға, керемет мүмкіндіктер мен сәттерге, тәтті-тәтті көріністерге толы болсын. Сол бір жақсы жаңалықтармен қатар мына күнде суытып жатыр, сондықтан жылы киінуді ұмытпаңыздар, өздеріңізді жылы ұстаңыздар, отбасыларын, балаларыңызды әсіресе жылы ұстаңыздар, қысқа қамданыңыздар дегіміз келеді. Бұйырса, ертең 24 сағаттан сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Оған дейін аман сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті болсын, табысты берекелі болсын. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден иман кетпесін дегіміз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Не зли других и сам не злись, ведь все мы гости в этом бренном мире. И если что не так, смирись, будь полней и улыбнись. Всегда иди с открытой головой, ведь в жизни все закономерно. Зло, изученное тобой, к тебе вернется непременно. Доброе утро и хорошего дня всем нашим дорогим телезрителям. Пусть сегодняшний день подарит вам много-много положительных эмоций. Ну а мы говорим вам до свидания и до встречи в прямом эфире.
Сыйласайық досым ай, назыны мәзе зілі мәз, әдеміші жалғы.